Сегодня прошло совещание о судьбе Свято-Алексеевской обители, в которой мы сейчас находимся. Здесь проживает более 400 человек, из них более 200, точнее 210 детей. Они здесь учатся, они здесь живут. Это в основном дети, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Было принято не так давно решение о том, что трасса, новая трасса, связывающая Москву и Ярославль, должна пройти вот здесь, совсем рядом, за калиткой этой обители. И, конечно же, это неизбежно повлияло бы на жизнь обители, на жизнь детей прежде всего. Сегодня принято решение путем переговоров на совещании о том, что все-таки трассы не будет в этом месте. Трасса пройдет, она, конечно, нужна, но гораздо дальше, за территорией обители, создана работа.